Сейчас. Привет! Всем привет, ребята! Как меня слышно? Как меня видно? Ага. Рада встрече. Так, немножко вот камера меня смущает. Так, у меня два эфира, если что. Один в Инстаграм, второй здесь. Но запись, слава богу, будет. Поэтому мы потом сможем поделиться ссылками во все наши чаты. Не переживайте, в записи мы все посмотрим. Но, кстати, качество в Инстаграм намного мне больше нравится, чем вот здесь. Ну ладно, ничего страшного. Ребята, наконец-то каникулы, и мы можем с вами пообщаться вдоволь. Ну что, сегодняшний обзор у нас будет посвящен декоративной косметике. Скажите, меня слышно и видно хорошо? Или слишком сильно оттеняет? Мне просто хочется, чтобы немножко поменялся свет. Ладно, хотели света, получите, называется. Так, начнем. Сегодня сделаем небольшой, скажем так, сделаем обзор и по декоративной косметике. И есть у меня несколько к вам тем, которые, собственно говоря, надо озвучить для девушек и девочек возраста 30+. Ну, давайте начнем, немножко поговорим о том, с чего же мы начинаем наш ежедневный, скажем так, макияж и уход. Прежде чем начать нанесение декоративных продуктов, мы обязательно должны обработать и увлажнить кожу, очистить ее, да? Мы обязательно умоемся либо гелем для умывания, например, из линейки iLife, или, где у нас там есть умывалка, вот она, да, есть у нас вот такая серия с жемчужным гидратом, очень ее люблю, она идет с добавками, с экстрактом баобаба. Так, видно вот так нормально? Отсвечивает, да? Да, со светом у нас засада. Привет. Так, умываемся обязательно. Дальше протираем лицо тоником. Без этого вообще никак мы не можем дальше продолжать свой ритуал красоты, да? Следующий этап. С окна отсвечивает, говорят, плохо. Сейчас, секундочку, мы сейчас опустим. Настя, там зацепился просто крючок. Ты его аккуратненько вынай, а то он там зацепился. Так, у меня Настя тут на помощи. О, о, ну, вот так получше? Ну, я вижу, что в Инстаграм и так все было отлично. Так, покажу еще раз, да? Умываемся. Все равно отсвечивает. Умываемся. Угу. Средство для умывания – это гель. Он хорошо распенивается, его нужно маленькую-маленькую горошинку для того, чтобы очистить, да, лицо нам, шею, зону декольте, даже хватит. Далее, это протонизировались, еще раз напомним, и нанесли молочко увлажняющее. Девчонки, сейчас смотрите, что сейчас происходит в мире красоты, да, и в мире продуктов по уходу за кожей лица. Сейчас очень, скажем так, перестанут быть востребованы продукты премиальных классов, люкс-классов, ну, потому что не каждый будет способен его приобрести. В нашем случае это как раз тот наш звездный час, когда мы можем с вами предложить нашему клиенту цену и бюджетную, и хорошего качества в то же время. Смотрите, какая у нас есть находка. Это прям, это коллаген, это жидкий коллаген, это белок для кожи, которым мы идеально можем ухаживать за кожей и предложить его каждой девочке с возраста от 15 до 60 и выше лет. Не имеет значения возраст вообще. То есть увлажнение очень бюджетное, но очень качественное. Поэтому мы можем все там супер-пупер сыворотки бомбических цен заменить на идеальный крем в жидкий коллаген. Дальше. После того, как мы с вами увлажнили кожу, подготовили ее, очистили, мы с вами следующим шагом сделаем это нанесение праймера.
Мы сегодня с Настей подготовились заранее, поэтому я Настю уже накрасила всеми вот этими этапами. Она сидит уже довольная и красивая, улыбается мне за экран. Вот, поэтому мы дальнейшее декоративное нанесение будем делать в эфире. А сам уход и этапы мы уже сделали, чтобы время не терять. Итак, наносим праймер. Что это такое? Швейцария Сиалюкс. Это прослойка на коже для того, чтобы у нас не затекал глубоко в слои кожи тональный крем. Он у нас как прослоечка работает, он перекрывает все расширенные поры, он делает кожу более гладкой, ровной, делает ее матовой. Делает ее матовой. И идеально подходит для жирной кожи. Но он очень хорошо увлажняет и сухую кожу, и тоже делает ее матовой. Это очень важно перед тем, как мы наносим макияж. Далее, следующий продукт. Если у нас девочка... Так, еще. Следующий продукт. Я хочу поделиться с вами своим открытием, нашей новинкой. Это просто божественный крем, травяной тональный крем. Он мало того, что он перекрывает неровности кожи, он ухаживает, выравнивает цвет кожи. У него в составе очень богатейший набор из трав. В нем в том числе есть тремоло, которое обожаю просто, мной любимое самое. И увлажняет, питает, ухаживает, омолаживает. Все, в общем, 33 в одном. Мы нанесли Насте сегодня вот этот крем тональный. У него очень вкусная душечка, пахнет он. Так, кисточка у нас в наборе в этом идет. Вот такая Сиалюкс с брендом, да? Синтетическая кисть, плотная. Очень у него плотная такая набивочка. Классно распределяет продукты. Мне очень понравилось ей работать. Она идет как раз в наборчике вот с этим кремом. Следующим этапом, что мы нанесем? Следующим этапом... Вы, кстати, этот тональный крем, вы можете использовать вот такой тональный крем. Это тоже новинка. Он тоже очень хорошо выравнивает цвет, тон кожи, текстуру кожи. Перекрывает все неровности и цветовые, что нам не нравится, цветовые точки, пятнышки, да? Вот такой. Также, если у вас нет этих тональных кремов, вы можете воспользоваться, естественно, кушоном. Опять же, кушон белый, обожаю его. Почему? Он с гидратом жемчуга. Он очень здорово защищает нашу кожу от UV-лучей. Кстати, травяной крем тоже это делает, тональный крем. Бля, не могу открыть. Не хочет открываться плотненько. Угу. Кушон у нас выглядит вот таким образом. Я думаю, уже все его прекрасно знают. Вот таким образом он у нас открывается. Вот здесь находится наш продукт под пленочкой. У него есть сменный блок. Снимается сменный блок очень просто. Вот так. Чик, новый поставили. И снова красота. Что делает? Опять же, перекрывает все неровности. Хорошо выравнивает цвет кожи. Его можно наслаивать, поправлять макияж в течение дня несколько раз. И также под глазки вы его тоже можете наносить. У него имеется сменный блок. Они идут в комплекте, его не надо отдельно покупать. То есть если я, когда только появился кушон у нас, я пошла, естественно, по магазинам, по сетям, косметик, да, там Ревгош и все остальное, и ужаснулась от ценников, которые я увидела. То есть кушоны, люкс-класса, начинается цена от 5000 рублей, причем что они идут без сменного блока, идет только вот такой кушон. 15 миллиграмм продукта в нем находится. И нигде не идут сменные блоки. И, пожалуйста, Сиалюкс предоставляет нам уникальную возможность воспользоваться этим суперпредложением и купить за 1300 вот такой нереально крутой и качественный кушон со сменным блоком.
Так что смотрите, девочки, мы можем сегодня, на сегодняшний момент, мы можем уже составить конкуренцию любому люксу, любому там Диору, любому Стеллаудеру, понимаете? Мы с люксом можем зайти к любому, к визажисту, к девочке, просто домохозяйке. Его в состоянии приобрести себе каждый человек. Еще раз я напоминаю, что люксы, которые сегодня представлены на рынке, они очень просядут, потому что не способны, не будет сейчас возможности у каждой девочки купить себе люксовые продукты. Все люксы мы можем предлагать, продавать его, продвигать, как такой полубюджетный вариант. Но полубюджетный он будет только в цене, но не в качестве. Качество у него люксовое. Так, дальше продолжим. Нанесли мы тональный крем, да? Теперь нам надо выровнять все синячки, точечки, какие-то ненужности на лице, которые могут отвлекать наш взгляд от лица, да? Мы берем вот такой корректор-консилер, прорабатываем им зону под глазками, вот эти складочки, уголки губ. Обязательно проработаем вот эту зону. Подсветим, вот эти зоны подсветим. И вообще все неровности, все точечки цветовые мы уберем с помощью вот этого корректора. Причем, что не забываем вот эту зону обязательно пройти. У нас появляется здесь со временем либо синий оттенок кожи, либо красный от купероза. Его обязательно перекрываем. Далее. Причем, что хочу заметить, опять же вернусь к качеству, да, все продукты Силюкс увлажняют. Они мало того несут декоративный, да, смысл продукт несет, но и уходовый. То есть одновременно вы и боретесь с проблемой кожи визуальной и ухаживаете в то же время за ней. Далее. Следующим продуктом мы с вами будем, используем с вами пудру. Но, опять же, пудру мы будем использовать для девчонок, кто еще может себе позволить такое, да? Потому что девочки 35+, уже не любят пудры. Я тоже не люблю уже пудру. Я очень редко ее использую, прям максимально редко. И в определенных зонах, в которых у меня еще нет, скажем так, мимических морщинок, нет никаких-то повреждений, которые там могут быть возрастных, да? Уже я наношу крайне редко и не на все лицо пудру. Что мы делаем? Для чего пудра вообще предназначена? Мы ей матируем кожу, выравниваем, ну, делаем ее такой сатиновой, для того, чтобы в дальнейшем наносить уже сухие продукты. Пудру, да? Еще мы нанесли Насте румяна. Они у нас были нанесены с помощью вот такой матовой помады. Мы сделали ей вот эти розовые красивые ягодки на щечках. И на этом... А, еще мы сейчас расскажу про бровки. Значит, мы... У нас матовая помада Силюкс в 6 оттенках. Очень классных, ярких, солнечных, летних таких, весенне-летних. Ну, вот тут цветопередача вряд ли справится. Так, на любое настроение мы можем подобрать себе помаду. Дальше мы проработали вот этими двумя продуктами бровки. Мы обязательно, конечно же, выбрали карандаш для бровей баловый. Кстати, с идеальным оттенком. Удивило меня то, что он подстраивается, в принципе, к любому цвету. И вообще сам по себе цвет, он такой средний, знаете, такой не черный, не рыжий, не желтый, не красный. У него именно такой правильный холодный коричневый оттенок, очень красивый правильный оттенок. Карандаш наш треугольной формы. Смотрите, какой грифель у него длинный. Смотрите, у него на кончике есть вот такая щеточка для создания формы, да, мы расчесываем. И есть еще тут такой маленький секретик, который, может, еще и не каждый обнаружил. Сейчас я вам его покажу. Вы берете вот так карандаш и вот так его раскручиваете. И что у нас тут обнаруживается? А еще одна щеточка. С помощью этой щеточки мы можем делать с вами пудровые брови. Вот таким образом можно расчесать и сделать их такими пудровыми. То есть вот этот секретик кроется здесь.
Заказывайте обязательно вот такие карандашики себе. Они баловые, они стоят там 100 с чем-то рублей. Но поверьте мне, это прям вариант очень крутой. Это наш вариант. Так, дальше. Гель для бровей, для укладки, для ухода. Не фиксируют, то есть вот так они не будут стоять. Но вы их можете красиво прокрасить и идеально уложить. Здесь идет в составе масло. Очень много продукта, вот так его обязательно, скажем так, оботрите немножко, да? И потом вот так прокрашиваем. Кто любит, можно вверх причесать, но они немножко все равно, скажем так, улягутся вот так вот. Зато красивая формочка сохранится. И ярче становится, да, что мы отметили. Классный продукт. Рекомендую. Далее мы остановились на вот этом этапе. И сейчас еще буквально несколько слов я хотела рассказать про состояние кожи. И мы перейдем к макияжу, к завершению нашего макияжа с Настенькой. Итак, что хотелось бы сказать. Несмотря на все вот эти, на всю эту обстановку грустную, да, которая сегодня, ну, вроде как грустная, а в то же время она какие-то дает нам новые возможности открыть что-то в себе новое. Очень рекомендую сегодня девчонкам, кто, не дай бог, попал под сокращение, может быть, вы лишились какого-то своего рабочего места. Обратите внимание вот в эту индустрию красоты, обратите свое внимание. Что сегодня мы можем предложить нашим девочкам, нашим женщинам? Потому что красоту, ее никто не отменял, и что бы ни происходило вообще во Вселенной, в мире, женщина всегда будет хотеть быть ухоженной, красивой, какие-то новинки ей будет хотеться что-то приобрести. Понимаете, это такая очень хорошая ниша, где вы, в принципе, с нашим продуктом, с нашим люксом, да, мы можем быть востребованы. У нас варианта два. Мы можем быть и бюджетными, и люксовыми. То есть женщин очень много на свете, да, нас больше, чем мужчин. И поэтому вот эта индустрия красоты, она никогда не закончится. Просто вопрос, насколько это бюджетно может выглядеть. А девочки, они постоянно будут потреблять эти продукты. Поэтому, что я сегодня хочу предложить? Если вы до сих пор еще не рассматривали для себя это как вариант зарабатывать, сегодня есть куча онлайн-обучения, которое вы можете проходить сегодня дома через интернет. Какие-то и поищите сначала варианты бесплатные. Потом, возможно, у вас получится что-то покупать. Курсы онлайн, которые проводятся косметологами, визажистами, массажистами. Вы можете дома предлагать свои услуги через наши продукты. Если до раньше женщина ходила на уход за кожей и делала его на 3000 рублей, то сегодня не каждая девочка себе этого может позволить. А мы с нашим продуктом, мы можем позволить ей более бюджетный уход, но это все равно будет уход. И он будет менее затратным, но не менее эффективным. У нас есть скатки, это пилинг наш очень деликатный. У нас есть маски, у нас несколько видов масок. У нас есть кремовые маски, помните, да? Зеленая и белая, которая глиняная и грязевая. У нас есть тканевые маски, огромный ассортимент. Не вижу, куда вот она. Огромный ассортимент масок. Мы можем вот этот уход за кожей из 3000 превратить в те же 500 рублей, понимаете, и останутся все довольны. Вы продвинете свой продукт, она получит свое удовольствие, за которым... Вообще девушку нельзя оставлять без удовольствия. Женщина вообще даже постоянно быть в достатке, в изобилии. Если она перестанет ощущать вот эту поток вот этой энергии, вот этого удовольствия, ну, будет очень грустно всем вокруг, мужчинам особенно. Поэтому нельзя прекращать этот поток. Он может быть менее, ну, затратным, да, но он должен быть. Поэтому мы сегодня можем предложить нашему клиенту полноценный уход, но в меньшие деньги. Вы можете просто сегодняшним своим клиентам сказать,
Ты ходила на процедуры? Ходила. Сколько ты денег на это давала? Столько-то. А смотри, давай я тебе предложу вот такой вариант. У меня есть уход ежедневный, утро-вечер, у меня есть маски, у меня есть вот это, у меня есть пилинги, и мы можем, я могу тебя научить это делать, а вы можете сами научиться это делать через онлайн-обучение, которое сегодня, пожалуйста, садись и учись. Это все доступно. И потом за нашим клиентом ухаживать. Да, это, возможно, что-то новое в вашей жизни. Ну, а почему нет? Таким образом мы можем продвигать себя, свой бизнес и, ну, скажем так, восстановить себе работу, если вы вдруг ее потеряли, не дай бог. Дальше, что еще важно в самом макияже, да, что мне хотелось отметить? Опять же, я всегда это говорю на всех курсах, на всех мастер-классах, что если кожа не ухожена, никакое декоративное нанесение не сделает его лучше, красивее, моложе. Перво-наперво, и самое важное, что мы должны ухаживать правильно, грамотно за кожей. Мы должны ее увлажнять. Например, кожа, купероз, да, если появляется у девушки купероз, он не появится в 23 года. Понятное дело, он появляется намного позже, он появляется после 30 лет. И надо прорабатывать кожу. Каким образом мы можем бороться с этим куперозом, с пигментом? Он тоже в молодой коже не появится, он появляется по истечению времени, потому что это все накапливается. Купероз там, он может появиться из-за там, переохлаждения кожи, если, допустим, человек часто работает или вообще работает на улице, обморожение кожи происходит. Это может быть следствием появления купероз. Там, допустим, принятие алкоголя. Вот у женщин это тоже происходит. Появляется купероз на этом фоне. Пигменты почему, от чего появляются? Они же не появляются в молодом возрасте. Они появляются в момент. Опять же, вариантов несколько. Они могут появиться в момент беременности, потому что гормональный фон у вас перестраивается. Но они исчезают, вот эти пигменты. А пигменты, которые появляются возрастные, они уже никуда не деваются, они уже у нас появились, и мы только можем их высветлять. Исчезнуть они уже никуда не исчезнут. Что такое пигмент? Это работа меланина. Меланин у нас работает, защищает нашу кожу, защищает. В один прекрасный момент у нас заканчивается просто запас этого нашего родного природного меланина, и у нас образовывается пигментное пятно. Откуда у нас появляется пигмент? От солнца, от соляриев. Потому что не защищаем кожу, то есть с этим тоже надо бороться. И вуаля, открытие, что нам может помочь с борьбой с куперозом и пигментом. А вот она, волшебная серия наша, которая при старте у нас идет. Силюкс из четырех продуктов. То есть здесь у нас идет еще крем и умывание. Вот, пожалуйста, вы можете своему клиенту предложить на самом деле решение вот этой вот боли. Мы как находим своего клиента и находим к нему подход? Ведь это же диалог, это всегда психология. Мы всегда должны понимать, с чем человек сталкивается, что ему в жизни несет трудности. И мы можем помочь какую-то трудность его решить. И если мы это сделали, все, дружба, любовь навеки. То есть таким образом мы можем помогать нашим клиентам. Что еще можно сказать по этому поводу? Значит, борьба с куперозом, я сказала, с помощью вот этой линейки мы можем предложить вариант нашему клиенту, как это победить. Так, сейчас у меня тут есть несколько записей. Угу. То есть что мы еще сегодня можем предложить по бюджетному варианту? Возможно, с чего я сама же и начинала когда-то, когда училась на визажиста. Я практиковала выезды. Вот особенно, когда человек только-только начинает заниматься каким-то ремеслом, да, у него оно будет, скажем так, менее... ценники вы не сможете высокие ставить. У вас будет очень бюджетный прайс. И именно для этого вы можете предлагать своим клиентам выезд на дом. Вы можете предлагать ему уход на дому. Вы собрали свою красивую косметичку, такую красивую, да, допустим, кейс, положили туда несколько уходовых продуктов и с ними выехали на дом клиенту. Естественно, это будет не левый человек откуда-то там. Вы должны этого человека знать, это должно быть безопасно для вас. Но это все возможно,
потому что все это, допустим, я уже проходила на своем опыте. Так, ну, в принципе, мы прошлись по немножко, да, по некоторым моментам. Скажите, все ли было понятно, слышно? Сейчас мы будем с Настей продолжение делать нанесение макияжа. Если какие-то вдруг у вас вопросы есть, я сейчас сверну экран. Можете задать свои вопросы, мы на них ответим. Так, сейчас я еще хочу осветить. А, еще радость, радость. У нас идет палетка с хайлайтером. Очень яркие, красивые цвета будут в этой палетке. Я потом обязательно это все, обзорчик сделаю по этой новой палеточке. Мы пока ее ждем. Сегодня мы будем работать на нашей любимой палетке. 6 цветов и румяна. Это раз. Кисти я себе приготовила, несколько кистей. Спасибо, все понятно. Супер. Мы очень рады. Так, далее. Помаду мы будем сегодня наносить матовую. В принципе, у нас помад, хороший ассортимент. У нас есть и жидкие помады вот такие. Тоже очень яркие. Как их носить качественно и долго, мы тоже расскажем. Чтобы их быстро не съедать. Угу. Так. Ну что, Настя, переходи ко мне поближе. Сейчас мы раздвинем различия между кушонами. Сейчас расскажу. Так, присаживайся. Да, ты сюда присаживайся. Различия между кушонами. Вот она, наша модель. Кожа у нее подготовлена, мы выровняли цвет кожи, нанесли румяна брови, подкрасили. И сейчас мы будем делать, ну, видишь, тут кажется, эта передача слабенькая. Вот в Инстаграме нас хорошо видно. Так, значит, разница. Я буду сама рассказывать и буду работать. В чем разница между кушонами белыми и черными? Значит, черный кушон, он больше увлажняющий эффект несет в себе. Он больше увлажняет. У него тонкое нанесение. Он не способен перекрыть какие-то, скажем так, точки, синячки и пигменты, потому что он очень тонкий сам по себе. А белый кушон, у него более плотная сама по себе пудра, более плотным слоем ложится. И перекрытие у него такое густое, плотное, да. О, мы снова вернулись. Ссылку на Инстаграм. А как же я ее туда скину? Введите Greenleaf World в Инстаграме. И вы Greenleaf, нижнее подчеркивание, World. И вы попадете к нам на эфир, зайдете туда. Так, все, все стало нормально. Прежде чем мы наносим макияж на глазки, мы возьмем наш вот этот консилер и подготовим века. Давайте я открою этот экран. Угу. И подготовим вот таким образом, выровняем. Для чего это делается? Во-первых, нам нужно, чтобы наша кожа была в идеальном бесцветном тоне. То есть у нас не должны проглядывать венки. Может быть, это какая-то, ну, синячки. Может, просто цвет кожи у нас быть более коричневым, да? У нас должно быть вот здесь все высветлено, ровненько. Угу. И то же самое на нижнем веке. Капельку возьму. Для чего? Вверх. Сцепочка у нас должна быть сейчас хорошая с продуктами следующими, которые мы будем сейчас наносить. И чтобы вы смогли 8 часов смело носить свой макияж, который бы никуда от вас не убежал.
Мир. Закрываем. Есть. Дальше, следующий. Мы берем пудру, берем пушистую кисточку и просто закрываем. Вот таким образом припудриваем. Подготавливаем кожу, вверх смотрим, к нанесению следующих этапов. Есть. Так, у нас экспресс-макияж, поэтому мы сейчас покажем, как с помощью золотого карандаша сделать быстрый макияж. Золотой карандаш у нас... Не золотой, сейчас, секунду. А, золотой. Без золотого карандаша. Золотой карандаш остался в другой шкатулке, к сожалению. Ну, ничего, сейчас надо смотреть. Угу. Так, значит, у нас будет просто экспресс-макияж с нанесением вот этих теней. Сейчас мы будем выбирать. Значит, беру кисточку маленькую, плоскую. Первое, что я наношу, это уголки, внутренний уголок глаза. У нас еще есть вот такая палетка, кто помнит. Угу. Значит, вот этот цвет такой серебристенький, видите, такой он переливается, как хайлайтер. Мы его наносим внутренний уголок глаза. Можно прямо на закрытом глазе. Открываем. И чуть-чуть, то есть наносим во внутренний уголок и выкладываем чуть ниже, вот смотрите, вниз вот сюда и вверх. Перекрываем внутренний уголок, поближе вот так вот подойди. Нет, здесь не видно, а вот тут... Вот, видите, засиял внутренний уголочек у нас. Угу. Теперь на второй глазик. Вверх. Так, положили. То есть еще раз, во внутренний уголок глаза положили вот такой сияющий оттенок. Далее. Работаю этой же кисточкой. Теперь беру из вот этой палетки большой, самый светлый. С левого уголка первый цвет. Его набираю. Начинаю его выкладывать на веко. Буквально в полсантиметра длиной. С одной и с другой стороны. Следующий цвет беру. Вот этот, нижний, розовый. Но он не розовый, у него такой, у него оттенок пастельный. Это очень правильно, кстати, цвет хороший для построения формы. Накладываю его. Цвета на славу друг на друга. Из серединки вот яблочко по центру, да, у нас яблочко идет. Начинаю его подтягивать во внешние уголки, вниз. Дальше. Берем уже теперь вот этот цвет третий, розовый с перламутром. Его выкладываю следующим. И уже довожу его до уголка. Еще нам пригодится вот такой барабан. Барабанчик для того, чтобы мы тушевать могли с вами. Тушую складку.
в уголочке еще добавляю розовый. Угу. Подтушевали. Так, теперь возвращаюсь вот к этому розовому, который без перламутра, нижний, да? Вверху с перламутром, нижний без. Его набираю. Вверху. И выкладываю нижний ресничный край в толщину валика. Вот у нас, приблизься. У нас есть вот тельце, видите, вот тело. Вот это называется тело нижнего века. Вот на толщину вот этого века мы выкладываем нижний ресничный край. Не надо бояться выкладывать сюда цвет, потому что вот эта палетка, она как раз очень такой натуральный у него оттенок. Цвет кожи он хорошо заходит, поэтому не бойтесь его. Вы можете смело выкладывать вот эту складочку. Угу. И прям хорошенько заходите в ресничный край, в нижний, чтобы у вас просвета там не осталось. Угу. Опять берем наш барабанчик вот этот и чуть-чуть вот так подчистим, подтушуем. Так. Смотрите, вы обратили внимание, я работаю все время одной кистью. То есть если вы сразу два глаза будете себе красить, вам не надо будет дополнительных кисточек. Вы просто поэтапно это делаете. Потом мы возвращаемся к палетке, набираем темно-коричневый оттенок, вот так вот, на пузико, не на ребро. Смотрите, я не вот так натыкиваю, а я набираю на пузо кисти. Вот так. Отряхнули. И теперь сам уголочек я прокрашиваю. И прям набиваю в уголок. Сначала в ресничный край, вот так, и потом сверху. Вы просто набиваете этот уголочек. Потом берем опять этот же барабанчик и просто его растушуем, этот уголок, чтобы он не был таким четким. Ну, конечно, это может быть... Вы не назовете это экспресс-макияжем, но для меня это экспресс-макияж уже, потому что это быстро можно делать. Когда вы несколько раз это сделаете, у вас он тоже превратится в экспресс. Так, повторяю. Опять набрала. В ресничный край сначала кладу. Накладываем до складки, смотрите, вот до этой складки. Вот самый темный акцент, цвет, вы докладываете до складки. И потом просто берем опять барабанчик и опять его растушевываем. Вот эту темноту, вот эту глубину, вы ее сами контролируете, насколько вам хотелось бы затемнить уголок. Это вы контролируете, как вам нравится. У нас макияж это дневной считается, потому что целый день впереди. И сильно темнее я его не буду. Угу. Угу. Так, теперь смотрите, остаточками на вот этой кисти мы брали последний цвет, вот этот, самый темный. Акцент он называется. И вот этими остатками, вверх смотрим, я прохожу уголки, внешние уголочки вот эти. И сюда цвет этот набиваю. Чуть-чуть. Только в уголочек. Капельку взяли дополнить. Так. Ну, куда я поближе? Угу.
Вот такие. Вот такой экспресс-макияж. Глаз. Мы сделали за, мне кажется, меньше 10 минут. Очистили. Потом взяли тушь. Сейчас мы на нижних ресницах Насте накрасим, потому что у нее ресницы свои наклеены. Вверх смотрю. Нижние ресницы не всегда прокрашиваются макияжем, но уголки всегда, внешние уголки. Внешние. Причем, смотрите, еще одно открытие. Вот гель для бровей я еще наношу перед тем, как красить ресницы. Очень здорово, мне нравится, как он форму создает. Он их разделяет, реснички, и они не склеиваются после того, как мы тушью их прокрашиваем. Попробуйте, очень классная тема. Так, теперь нам что надо? Построить коррекцию. Нам нужно прорисовать скулы, создать рельеф лица. Поэтому мы работаем с помощью этой палетки нашей. Каким образом? Смотрите, буду смешивать несколько оттенков, следите. Чтобы не сделать сильно черные скулы, я буду смешивать один цвет, вот этот пастельный розовый и коричневый, и вот так сбивать их на стекле. Вот тут я смешиваю цвета. Собрала, сбила. Теперь выкладываю, смотрите, каким образом я это делаю. Визуально я себе рисую ту точку, куда я не, ниже которой я не опущусь. Внешний уголок вниз опустилась, от носа горизонтальную полоску. Вот эта точка, ниже которой мне опускаться нельзя. И саму тень я буду выводить из виска, вот отсюда. То есть максимальное затемнение у нас будет идти из роста волос, а сюда придет уже такая дымка, как бы растушевка придет. Не цвет, который мы сейчас будем наносить из роста волос, а именно тень оставшаяся. Так, смотрим. Теперь опять то, что я вот здесь набрала себе, я набираю на кисть, прохожу по лбу, еще смешиваю, прохожу по лбу, прохожу именно там, в тех, в той зоне, где у нас растут волосы, по росту волос. Я не прорисовываю отдельно полосочку, коррекцию, а именно из роста волос она у меня идет. Таким образом мы корректируем нашу форму лица и можем ее сузить до нужного нам размера. Таким образом мы можем убрать скулы. Вот это все растушевываем. Так, теперь вот эту сторону проработаем. Опять же, из роста волос. Вот отсюда идет затемнение. И по нижним скулам также. Вот эту интенсивность цвета тоже вы сами контролируете. Тут главное в индейца не превратиться. То есть, если вы вдруг так произойдет, что вы переборщили с цветом, нам на помощь приходит, вуаля, пудра. Мы набираем пудру, опять же, сбиваем сюда продукт и просто чистим вот таким образом. Если вам вдруг переборщили вы. Почистили. Так. Дальше. У нас осталось сделать коррекцию носа. Мы обязательно носик
коррекцию носа сделаем. Вот так можно сжать кисть. Вот здесь видно. Видите, она была круглая, но мне, чтобы сделать коррекцию носа, я делаю вот так. Делаю ее вот так. И... прорисовываю остатками, остатками на кисти. Ни в коем случае сейчас не набирать уже продукт не надо. И закроем носик обязательно. То есть мы положили справа, слева и перекрыли вот здесь внизу. То есть таким образом мы делаем кожу лица. Ну, тяжело передать, конечно, с таким светом. Мы делаем рельеф на лице. Управляем все, растушевываем. Угу. Так, теперь давайте добавим румяна, мои любимые, эффект амбре. Вот эти румяна, они тоже, кстати, баловые. Я их не просто так люблю. Их уже заценили визажисты из Воронежа. Блин, что ж так свет плохо передает? Набираем, улыбаемся. Угу. У нас очень весеннее тут настроение. Так. И теперь, так как у нас палетка с хайлайтером только идет, но создать эффект сияния мне уже хочется сейчас. Я покажу, куда мы нанесем хайлайтер. Мы будем наносить его вот сюда, на галочку над губой. Чуть-чуть пройдем по кончику носа. Чуть-чуть нанесем на лоб. Еще капельку, капельку мы его добавим под бровь. И... еще мы его добавим с вами на верхние скулы. Это вот сюда. Угу. Таким образом появится сияние. Угу. В определенных местах, там, где мы хотим. Еще чуть растушуем нашу коррекцию. Так. И остаются у нас губы. Форму губ мы с вами сейчас сделаем. Так, давай мы цвет выберем. Выбирай. Выбирай цвет. Ну, это очень такой, он сильно спокойный. Так, фишки в двух словах не расскажешь, это целая философия, будь молодой, красивый, время сообщает дополнительно. Угу. Так, а как мне продвинуть вот это? Опустить, да. Так, что-то спросили. Понятно, умыли лицо специальным гелем Торик. Дальше какой крем? Их очень много. А мне надо для 50+. Утро и вечер сыворотка надо пользоваться или плюс крем. В серии много названий, какую выбрать? Ну, смотрите, если вы стартовали на вот этот набор, у вас тут есть и легкий лосьон, и крем. Вы можете вот эту смело линейку использовать, она вам идеально подойдет. Всю линейку. Уже когда она у вас закончится, уже можно выбирать из, допустим, где она. Либо цветочные флавоноиды, вот эта линейка, мед, если у вас нет аллергии. Либо вот эту жемчужную серию с экстрактом баобаба. И сыворотку обязательно применять вам тоже надо.
Прокрутите наверх. А чат это не надо открыть его, нажать, если не надо. А просто вот так открыть чат нельзя, чтобы его читать? О. Так это все вопросы? Все? Нет. Так, ну вот вопрос. Пожалуйста, коротко, тем, кому за 50, с чего начать уход за лицом, нам же не надо только косметики, нам же не надо столько утра и на ночь, спасибо, очень много косметики. А, ну вот, это мы с вами только что я сказала. Нет, может быть, вам столько не надо, именно декоративных, да, нанесений, но уход у вас должен быть обязательно умывание, очищение, тонизирование, увлажнение сывороткой, то есть она может быть легкой, да, нежной, тонкой, и крем. Крем вы можете даже использовать вот такой, но вам чем-то надо закрепить сыворотку, если вы хотите такой глобальный хороший уход 50+. Либо крем из вот этой линейки. По нанесению декоративному, если, девочки, вам много нанесений, вы можете смело использовать вот такой кушон, вам его будет достаточно. Да, действительно, кожа не выносит много слоев, когда она уже становится деликатной, да, в таком возрасте, очень деликатной, поэтому действительно одного кушона будет достаточно. Что можно использовать? Спасибо. Так, смотрите, по поводу угрей, высыпаний, воспалений на лице. Давайте изначально мы сначала с вами научимся правильно питаться, обязательно пить воду 2 литра в день. И вот самое первое и важное – это поменять питание. Потому что возрастные вот эти прыщи, мы думаем, что они возрастные до 40 лет, они куда-то не уходят. Если думают, да что ж эти угри никак у меня не пройдут. А это не возрастные, ребята, это питание. Если вам уже не 20, а у вас не прекращаются воспалительные процессы на лице, это питание. И если мы хотим сначала его подлечить, прыщики, берем алоэ, помните, у нас длинная такая бутылочка, длинная алоэ, не в банке, в круглой, а именно длинный алоэ. В нем есть содержание спирта. Вот им локально на лицо, меня сейчас там не видят, да, никто? Почему? Видят меня? Там локально мы наносим на те зоны, где у нас идет воспалительный процесс. Локально, не на все лицо, ни в коем случае вы спиртом сожжете себе лицо. Именно точечно. Запись будет. Угу. Все? Может, еще кто-то хочет задать что-то? Да, конечно, задавайте еще вопросы. Мы сейчас с Настей накрасим губки. И, Виталий, мы скоро будем завершать. Ты нас смотришь? Если, я думаю, мы на все вопросы ответили, да? По-моему, ну, последний, все, который, да? Так, сейчас давайте мы про губы поговорим. Ага, хорошо. Так, что мы сделаем перед тем, как нанести помаду? Давайте мы правильно подготовим губы к нанесению. Конечно, что это было. Так, в компании много названий, кроме набора стартовом, что порекомендуете для тех, кто 50+. Давайте, хорошо, по названиям видео открой. Еще раз повторю, название. Силюкс, линейка, флавоноиды, растения и мед. Вот такая линеечка. В ней несколько продуктов. В ней есть крем, в ней есть лосьон и в ней есть сыворотка и тоник. Либо вот эту линеечку вы выбираете. Или немного бюджетней вариант вот этот. Вот этот вариант. Он называется... прайсе омолаживающая серия iLife. В ней тоже 4 продукта. Умывание, лосьон, тоник
молочко. Из этой же серии есть крема вокруг глаз. Тоже iLife, они тоже в белых тюбиках. Вот, надеюсь, ответили мы на ваш вопрос. Так, переходим к губам. Значит, готовим губы. Каким образом? Опять берем наш любимый консилер Silux. Проходим вот так по губкам. Для чего это надо? Да, запись будет моя. Выравниваем текстуру губ для того, чтобы сцепка была с продуктом. И вы смогли носить подольше помаду. Привет! Спасибо за сердечки! Ура! Так. Чуть-чуть взяли пудрочки на кисть. Чуть-чуть притоптали пудрочкой. А теперь наносим помаду с помощью кисточки. Это лучше делать с кисточкой. Будет более качественно, ровней. Так, не такой. В принципе, если вы это делаете сами дома себе, конечно, вы это будете делать с помощью, вернее, наоборот, без помощи каких-то подручных средств, да? Но мы сделаем это с помощью кисти. Вот таким образом я наберу. Если это жидкая помада, то вы обязательно сначала нанесете контурный карандаш. Контурным карандашом вы создадите форму. Вот на вот эту же платформу, которую я сейчас показала. И потом нанесете жидкую помаду. Обязательно с контуром. А, вот здесь. Так, ребят, завершаем. У меня просто в Инстаграм я эфирчик завершила, чтобы он у нас сохранился. Так, все, продолжаем. Вопрос? Так, Настя выбрала самую помаду, любимую всех миров и народов. Самый ходовой цвет. А герлоновую нанести после очищения, а затем сот, крем 65, правильно? Да, можно. Отлично. Даже у нас некоторые девчонки ее сразу смешивают. Прям в гиалуроновую кислоту капаете сот, коллаген, и они отлично работают. Но дайте обязательно ей возможность впитаться. Дайте ей время. Она должна впитаться. Если вы, допустим, следующим этапом будете наносить кушон или какой-то продукт тонирующий, ну, тон, тональный крем. Сначала дайте впитаться. Тоник – это водичка. Вот. Это водичка, она вот она булькает, видно вам? Это тоник. А лосьон – это примерно что-то вот такое. Либо кремообразный, но очень легкий и тонкий. Но он плотнее сыворотки. Вот молочко – это лосьон. А сыворотка, она еще тоньше. Вот сыворотка – это гиалуроновая кислота, которая у нас есть в линейке с гиалуроновыми кислотами. Вот там идет, они очень нежные, тонкие, прозрачные. Вот это сыворотки. Вот получается, что есть несколько вариантов, да, нанесения. Есть крема – это самые плотные. Потом идут лосьоны – это такой средней плотности. Сыворотки еще легче, еще тоньше ложится. Вот если по... Вот так их по этапности, да, нанесения. Так, ребят, давайте еще вопросики. Спрашивают СМС в телефоне, что вы Настю краси,
цвете она и так красивая. Ну, я могла и себя накрасить. Просто решила, что... Сейчас карантин, кого я еще накрашу? У меня из домашних только Настя есть. Так, нанесли помаду. Если нам надо скорректировать какие-то там, да, погрешности, мы берем плоскую кисточку. Опять любимый наш, берем консилер. И им просто подчищаем. Вот так набрала на плотную такую синтетическую кисть. И подчищаем. Все, что лишнее. Угу. Так, ну все. Что у нас по вопросам? Слышим, но вижу картину. Какую? Вот эту? Основу под кушон, но не то, что как основу, как увлажнение под кушоном должно быть обязательно. У вас обязательно должно быть увлажнение. Какой цвет помады? Мы использовали, смотрите, я вам могу по штрих-коду только сказать. 65-64 – это последние 4 цифры на штрих-коде на коробочке, смотрите. На будущее все вопросы с самого верха и по очереди читать. И будет все понятно. Спасибо. Настя, ваша дочка? Почти. Она невеста брата Ильи. После сыворотки крем нужен для кожи 50+. И какой? После сыворотки крем нужен либо из линейки омолаживающие вот эти флавоноиды, крем, либо из линейки, которая идет в стартовом наборе. И где у нас еще крема есть? В какой линейке? Да, вообще. Это легкие, нам надо плотные. Цветочный есть крем, и вот в этой стартовом наборе, который идет. Вот эти крема вы можете использовать. Юлечка, огромное спасибо, очень информативно. Я увидела, сколько еще замечательных продуктов можно приобретать, наслаждаться пользованием и не пугать людей ценами. Просто супер. Я очень рада. Что сделать для себя открытие? Классно. Да, еще будут радовать и радовать нас ассортиментом. Поэтому готовимся. Спасибо большое за информацию. Спасибо вам, ребят, что вы участвовали. Так, Виталий, ну мы закончили. Если вопросов больше нету, у нас можно завершать эфир с нами. Thank you.
Все, спасибо, пока-пока.